Человечеству, по большему счету, больше делать нечего. Дальше от деятельности человечества будет только хуже. Будут глады, моры, эпидемии. И так докатимся до ядерной войны. Где же выход вообще? Где? Весь мир летит в пропасть. Не будет никакого толку, пока все вместе не начнем реализовывать русскую идею. А что такое русская идея? Русская идея — это спасение мира, нашей культуры, нашими знаниями. Мы последняя нация на Земле, которая сохранила эту чистоту. Мы практически нация священников, если можно так сказать. Больше такого нигде в мире нету. И все смотрят на нас с надеждой. Для этого все уже продумано. Нужно строить русский Вселенский собор в виртуальном мире, куда войдут все люди, все предприятия, организации и все вместе заодно. Это такое большое, светлое, хорошее дело. Люди наши заждались этого светлого дела уже более сотни лет. И наконец-то это становится быть возможным.